Скандал в мэрии Гродно. Сотрудники комитета госбезопасности задержали с поличным двух чиновников. Оба подозреваются в получении взятки в 6 тысяч долларов. Чтобы продлить право пользования земельным участком, должностные лица запросили у коммерсантов вознаграждение. 2 тысячи долларов бизнесмен передал в августе, а остальную часть денег отдавал под пристальным наблюдением скрытой камеры. Задержанными оказались начальники землеустроительной службы и исполнительного отдела исполкома. В результате обыска у одного из подозреваемых оперативники нашли еще один конверт с деньгами, происхождение которых задержанный не смог объяснить. За получение взятки возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники КГБ пытаются установить и другие противоправные эпизоды в отношении задержанных.